Дамы и господа, встречайте, на нашей красной ковровой дорожке первая пара. Каждое утро с ними просыпается весь Владивосток. Первая пара – самая ранняя информационно-развлекательная программа города, которую ведут Алена Шестакова и Павел Унучек. Каждый день, кроме выходных, с 7 до 10 утра они обсуждают все последние события и новости. А недавно шоу «Первая пара» победила в этапе одного из главных конкурсов для радиоведущих «Вместе медиа» и стала лучшим на Дальнем Востоке. Есть несколько конкурсов в радиовещании. Это один из крупнейших, да, он федеральный. Строится следующим образом. Сначала идут по федеральным округам отборочные этапы, а далее уже общероссийский конкурс. Вот по Дальневосточному федеральному округу мы заняли первое место. Сейчас едем на Россию, так сказать, представлять честь родного региона. Эфиры «Тайфуни» Lion Rock, который в 2016-м оценили как самый разрушительный за последние 40 лет, принес ведущим победу в региональном этапе конкурса. Вместе со специалистами и радиослушателями Павел Унучек и Алена Шестакова обсуждали последствия стихии, накрывшей Приморье. Именно в такие тяжелые моменты люди проверяются. Да, отрадно, что специалисты МЧС работали на пределе своих возможностей, спасали людей, забывая про себя. Как вы считаете, а можно ли было избежать таких разрушений? Дело в том, что, понимаете, все предугадать невозможно. Есть возможность минимизировать ущерб. И, честно говоря, вот те районы, которые больше всего пострадали, там всплывают такие факты, когда не расчислены какие-то канавы, не расчислены какие-то мостовые переходы, где-то захламлены устья рек. И причем это складывалась ситуация не просто так за один, за два дня, там, за месяц, а ну годами. Ситуация эта складывалась, накапливалась проблема годами. Команда утреннего шоу «Первая пара», ведущий и их редактор Елена Донскова не сомневались, на всероссийский конкурс необходимо отправить именно этот эфир. Очень много разных событий было связано с этим тайфуном, поэтому мы, выждав паузу, собрали максимум информации и вместили ее в один 45-минутный эфир. Впереди у радиоведущих поездка в Москву на финал конкурса «Вместе медиа». Там их ждут различные мастер-классы, обмен опытом с коллегами со всей России и, возможно, победа. Анна Бережная, Андрей Макаров, новости на Восьмом.